Уже на протяжении многих лет каждую зиму легкоатлеты со всего Подмосковья приезжают в Щелково в универсально-спортивный комплекс Подмосковья, чтобы принять участие в чемпионате по легкой атлетике. Эти соревнования, чемпионат Московской области, традиционно, и они в основном проводятся перед чемпионатом России, потому что через 2 недели в Москве, в ЦСКА, будет проходить чемпионат России. Поэтому мы обязаны проводить это все, и это нужно для спортсменов. Отборочные соревнования, некоторые молодежный возраст, 22, 23, 24, они уехали в Ленинград сегодня, у них первенство России. Вот, некоторые участвуют. А так, по итогам этих соревнований, будет отобрана команда, которая будет выступать на чемпионате России в Москве. В первый день состязаний спортсмены соревновались по прыжкам в высоту, в беге на 50-метровой дистанции, 50-метровой с барьерами, тройном прыжке, беге на 1500 метров с барьерами и других видах состязаний. На протяжении 2 дней в чемпионате примут участие спортсмены из более чем 30 городов Московской области. Среди них есть и щелковские легкоатлеты, тренеры, которые занимаются с ними, готовят их к большим спортивным высотам. У нас щелковские молодцы, спортсмены, они тренируются ежедневно, сюда приходят к тренерам своим. Причем очень много у нас спортсменов щелковских, которые ходят и занимаются. Наша гордость, у Поспеловых занимаются сестры, девчонки. У Золотухина Алексея Игоревича, Морозова, Шишимаров занимаются его спортсмены. У меня тоже есть. Кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике Алиса и Олеся Муратовы показали на чемпионате отличные результаты. А мастерами спорта будете? Конечно. Когда? К этому стремлюсь. Бог летом. Хочу летом выполнить мастера. Спорт точно будет. Мы все будем соревноваться, особенно я со своей сестрой Алисой. Мы будем постоянно вот так вот соперничать друг с другом и всегда будем побеждать. Алексей Прохоров из Подольска выиграл забег на 50 метров с барьерами в мужской возрастной категории. Занимаюсь уже профессионально порядка 5 лет. И, естественно, все 5 лет – это каждодневные тренировки, каждодневная работа. Вот так, собственно, это и достигается. Получается, уже, наверное, 2- или 3-кратный чемпион вот в Московской области соревнований, которые здесь проводятся ежегодно зимой. Победитель Центрального федерального округа тоже в этом году, в этом сезоне. И пару раз призер чемпионата России по эстафетному бегу. Легкая атлетика – очень зрелищный вид спорта и массовый. На зимний областной чемпионат были заявлены более 350 спортсменов. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.